К рабочему лету готовы. В Магнитогорске прошло открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов. На мероприятии ребятам вручили путевку на целину. Они же в ответ дали клятву бойца. Подробности у Милады Волиной. Под звуки музыки в трудовое лето Дарья Порецкого в студенческий отряд вступила еще на первом курсе, прошла школу вожатых и поняла, что на верном пути. В этом году в лагере с детьми проведет уже третий сезон. Признается, как только приезжает домой, сразу же тянет обратно. Мне еще со школы говорили, что работа с детьми – это мое, мне безумно нравится. Я легко нахожу контакт с детками, они меня тоже любят, как ни странно. И вот вопроса даже не было, в какой отряд вступать, именно педагоги. Стул отряда в Магнитогорске появились еще в 1965 году. Сегодня на празднике рядом с молодым поколением ветераны движения. Любовь Николаевна одна из тех, кто занимался организацией строительных отрядов. Вспоминает, в 1974 году вся площадь была заполнена студентами. Все хотели осваивать целину. Желающим даже нужно было пройти конкурс. За свою студенческую жизнь я побывала после каждого курса. После первого курса я ездила в Молдавию в составе студенческого строительного отряда. После второго курса я была вожатой, после третьего была проводником, а после четвертого курса мне удостоилась я чести съездить в Болгарию. Торжественное открытие трудового семестра проходит ежегодно, и каждый раз отряды пополняются. В этом на целину отправится 350 студентов. У нас существует 5 направлений. Это отряды проводников, сервисные отряды, строительные, вожатые и отряды трудовые, которые работают летом на территории города. Все отряды по-своему востребованы. У кого душа к чему лежит, туда люди и идут. Но самый многочисленный из года в год – это отряд проводников. Для студентов устроили небольшой праздник, чтобы они отдохнули. Отдохнули, набрали сил, ведь впереди целое трудовое лето. А сами бойцы дали клятву добросовестно работать и не подводить свой отряд. Бережно хранить студенческое братство и быть вместе всегда. Клянемся! Третий трудовой семестр 2019 открытым! Ура! Милада Ивольна, Артур Узенбаев, информационная служба «Медиагруппы Знак».